В Дагестане стартовал второй этап конкурса по формированию кадрового резерва республики. В него входит целый комплекс способов отбора кандидатов. Это и интервью с экспертом, в ходе которого идет сбор данных о знаниях и опыте сотрудника, психологические, профессиональные и общие тесты, краткая презентация участника перед экспертами, деловая игра, индивидуальный анализ конкретных ситуаций и многое другое. Завершающий этап дня – это защита собственного проекта отрасли. Для этого участник разбились на команды. На презентации проектов побывал и премьер-министр Артем Сдунов. Вашу презентацию 8 минут составляла констатация фактов. И 2 минуты вы просто не успели рассказать нам, что вы конкретно предлагаете делать. Неплохая же идея. Конкурс там лучший предприниматель, лучший инвестор. Для формирования благоприятной инвестиции. Надо было об этом рассказать, как это сделать, как завлечь, понимаете? Уже по итогам выполненных заданий каждому участнику дается детальная оценка. Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены к индивидуальному собеседованию.